Химках провели конкурс на самый лучший подъезд. Жители округа ремонтировали и украшали общие зоны в своих домах и выкладывали результаты своих работ в социальные сети. За лучшие фотографии голосовали лайками. Первое место среди претендентов занял дом 29 по улице Пожарская. Все это нацелено на то, чтобы объединить жителей, на то, чтобы поднять интерес к управлению своими домами, поднять институт управления и председателей советов многоквартирных домов. Организатором конкурса стало муниципальное предприятие ДЭС ЖКУ. Руководство компании отметило старшего по подъезду особой благодарностью и ценными подарками. Ну, ваш дом стал, наверное, уже как украшением Левого берега, поэтому вас ставят пример. Я тоже часто другим жителям о вас рассказываю, поэтому это вашу копилку. Вам спасибо большое за ваше небезразличие к вашему дому и подъезду. Спасибо и вам. Подарок выбрали сами. Современные удобные лавочки и урны. Кроме того, скамейки надежные. Срок эксплуатации достигает 30 лет. Для местных жителей это ценный подарок, который преобразил территорию подъезда. Внутри дома с преображением справились сами. То есть было проведено, значит, утепление боковых стен, вот, окраска панельная, ну и ремонт подъездов. То есть за это время, которое было потрачено на это все, мы увидели, как дом преобразился. За последние 3 года в подъезде установили надежную дверь, улучшили придомовую территорию. На стенах появились фотообои, на каждом этаже камеры видеонаблюдения. Победа в конкурсе – еще одна возможность сделать пространство для жизни лучше. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.